Приветствую вас, дамы и господа, на просмотре этого ролика, а этот ролик по изи-дропу. И, скорее всего, он уже выйдет либо 31-го, либо 1-го числа. Короче говоря, давайте наберем в этом ролике 2000 лайков, и я сразу же выпущу новый. Ну а сегодня разыграем по традиции 400 рублей на ваш киви кошелек. И все, что вам нужно сделать, написать к этому видео 2500 комментариев. А уже в следующем видео я подведу итоги конкурса. Ну, точнее, в прямом эфире, вы знаете. Роликов по изи-дропу актуальных не было давно. Заливал старые ролики или заливал те, которые снял очень давно. Ну а сейчас, свежачок перед Новым годом. Надеюсь, вам понравится. Погнали. Ребят, также стоит отметить, что на изи-дропе присутствует своя реферальная система. И ссылочка на нее будет в описании. Вы можете там зарегистрироваться, можете зарегистрироваться по моей ссылочке и начать зарабатывать. Я с этого уже партнерского, с этой партнерской сети заработал больше 100 тысяч рублей за 2 месяца. То есть, в принципе, вы можете зарабатывать на изи-дропе вместе со мной. И также есть там парочка промокодов, если вы не хотите ничего зарабатывать, а просто хотите депнуть на сайт с халявой, с промокодом до 50%, у меня есть пачечка промокодов в описании. В общем-то, изи-дроп сейчас активно просто активизировался, кейсы крутятся, ловых и мутится, мы пополнили 30 тысяч, мы будем сегодня открывать обязательно дорогие кейсы, бесплатные кейсы, мы сегодня будем открывать множество интересных вариаций. Ребята, я записываю сейчас ролик, конечно, не с компа, поэтому, возможно, кое-какие просядки, вы уж сильно за это не серчайте, я думаю, это, ну, немножечко исправимо. Ну, в принципе, должно все работать отлично. Попробуем сейчас что-то интересное выбить, попробуем забрать дорогой дроп и, конечно же, не забывайте про барабан бонусов. У меня куча-куча бонусов, вы можете сами это посмотреть, и я еще многие из них не активировал. Я их всех оставляю на следующие ролики. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в ежедневных розыгрышах призов от изи-дропа. Они разыгрывают просто колоссальное количество бабок. Вы можете здесь посмотреть, кто участвует, кто выигрывает. Короче, суть в том, что нужно открыть больше всего кейса определенного качества. Например, этот чел открыл 500 кейсов тайного, и, скорее всего, в конце дня он заберет себе эту М-ку Азимов на халяву бонусом. Ну, такая вот интересная фишечка от изи-дропа, я думаю, вы это все знаете, ну и также не забывайте про их новогодний розыгрыш, который, между прочим, у них проходит в группе ВКонтакте, в описании тоже будет ссылочка. Ну что, давайте тогда начнем по традиции с бесплатных кейсов, будем фильтровать то, что нам интересно, и отклонять то, что, ну, типа, не очень. Ну, короче, звук выключим сразу же. Ну, его, наверное, не будет слышно, потому что я не знаю, почему в маке, ну, либо я тупой, либо еще что-то. Ну, по-моему, нету там звука. Ну и к лучшему, в принципе, и без звука лучше записывать кейсы, как по мне, потому что все равно накладывается музыка, и, по идее, звука особо не слышно. Выпадает 3 грозы. Хотел еще сказать, что я 25% промик заюзал из своего инвентаря бонусов, и у меня 37 тысяч вышло. Короче, изи дроп. Давай, сегодня мы что-нибудь интересное с тобой обязаны забрать, и, пацаны, ну, с вас, конечно же, пальцы вверх тоже очень-очень даже приветствуется, потому что изи дроп это тот самый сайт, который, я считаю, на данный момент номер один во всей русской аудитории. В общем-то, за час выбили удар молнии. Отлично просто, пацану. За день, ну, 50 косарей керамбит коготь, и это 4 место. 103 тысячи бабочка. Но за неделю это принц, это вой, господи. Ну, я уже знаю, что я буду открывать. Давайте тогда продолжим открывать бесплатный кейс на данном этапе времени. И я обязательно, ребята, сегодня перейду к топ-кейсам. Я уже знаю, что вам больше всего нравится, когда я открываю топ-кейсы. Ну и, соответственно, я буду это делать, чтобы как-то сделать контент и чтобы, ну, получить от вас как-то палец вверх. В любом случае, ребята, давайте это... Ну, ролики по изи-дропу и так всегда набирают неплохо. Больше 30 тысяч у меня... Офигеть, с бесплатного кейса такой авик. Больше 30 тысяч у меня просмотров постоянно набирает изи-дроп, и поэтому я его снимаю так часто, так он еще и окупает, ну, практически каждый выпуск. То есть, бывают, конечно, что он даст прям говно-говно, но обычно я такое даже не выкладываю, потому что изи-дроп такое дает крайне редко, ну, и типа, выкладывать такое даже как-то стыдно, знаете, иногда. Но были моменты, вы можете посмотреть у меня в истории канала, ну, где-то, может быть, 2 месяца назад, где я прям сливал по 100 тысяч рублей на этом сайте, ну, и потом отдавал он мне. Не знаю, кстати, в общем, в плюсе я или в минусе именно с тех видосов, но сам еще и без видео я дохрена забирал отсюда. Суть в том, что так, бесплатный кейс нам ножик дал. Я думал, опять кровавый спорт боссом даст. Ну, конечно, дешевый ножик, но это с бесплатного кейса. Ребята, мы еще даже не начали открывать основные наши кейсы. А 5 минут уже прошло, и на изи-дропе настолько много интересных функций, что можно позволять себе открывать бесплатный кейс и выбивать отсюда ножи. Как по мне, ну, на этот сайт обязательно нужно заходить и открывать на нем
кейсы. Ну, если ты, конечно, хочешь окупиться, там, баблишко немножко подбить себе, да, ты, конечно, можешь это сделать. Так, ну, сейчас сделаем такой мини-контракт на 969 рублей и посмотрим, возможно ли что-то выбить. Напоминаю, что вот этот дроп на 10 тысяч, он тупо достался нам с бесплатных кейсов. Ну и пришло время, наверное, уже настал тот час, скажем так, открывать кейсы за реальные деньги, да? То есть у нас уже 10 тысяч есть, мы их будем забирать. И я хочу рассмотреть, как уже и говорил вам, топ-кейс за 7 тысяч рублей. Не знаю, что нас ждет, ребята, но очень хотелось бы забрать что-то новенькое, что-то интересненькое. И это автотроника. Но вот это уже дорого. Это 57 тысяч за нож автотроника. Слушайте, ну мы только начали открытие, а нам уже выпало на 60 косарей. Блин, я люблю этот сайт, я люблю все, что с ним связано. Ну это просто... Так, ну мраморка нам не докатится, конечно, это уже бред. Ну, 3000 тоже как вариант. Давайте возьмем и откроем 3 раза. Я не знаю, что нам может еще выпасть. Но посмотрим. Может быть, что-то хорошее все-таки дропнется, но нет. Сейчас уже после автотроники, наверное, как-то, ну, падать все-таки супер жестко он не будет. Но вот если открыть, например, топ-кейс еще разок, ну, это 1300, да. То есть, наверное, 60 косарей это максимум. Ну, вот я бы лучше забрал бы несколько скинов, чем один такой дорогой. Ну, ладно, давайте пока что сделаем вот такой контракт. Это 6300 и... Постараюсь, нет, ничего не постараюсь, потому что мышки нету, неудобно будет рисовать. Ну еще надо как-то, ребята, что-то подкрывать, что-то сделать. 2200, Dragonfire, ну хорошо, конечно. Я вот не знаю, правда, стоит ли продавать, не стоит. Вот вы бы, наверное, не продали, да, пацаны? Вот просто, ну если представьте, вам нужно сделать контент и нужно решать, продавать или не продавать. Вот тут вот тяжелый вопрос, что нужно делать. Сейчас попробуем выбить перчатки, не знаю, получится, нет. Там уже посмотрим. Так, одна пара есть, все, ну, вот это уже, конечно, поинтереснее. 5000, и можем, я хочу дальше попробовать открывать, но уже не перчатки, а, наверное, случайный нож, потому что здесь шансы, как по мне, достаточно высоки, что мы что-нибудь интересное, но сможем сделать. Давай, хоть один ножичек нам, какой-нибудь хорошенький, так-то у нас там на 70 кассов уже есть, на 60, да, и это очень-очень неплохо. Ножика нету, не видать нам ножика. 15 рублей за 5000, капец. Ну ладно, так, сейчас не надо расстраиваться. Самое главное, ребята, в этой ситуации держать себя под контролем. Так, 2 раза ноп и ножичек. Ага, 700 рублей, ну, ножик. Так, 7 есть. Давай еще, ну нужен нож. 1, тек, есть еще 7000. И еще надо. Ну, это вот сейчас зря, наверное, было. Ладно, 2 ножа. Все, не зря. И теперь на 13 кэсов надо открывать топ-кейс, пацаны. Вот не зря я пошел в ножевой. Слушайте, ну, не в ножевой, а в изи-нож, вернее, прошу прощения. При загрузке страницы требуется много энергии. Да, вот у меня маг, ребят, достаточно дешевенький. Самый дешевый взял, на что хватило. И, соответственно, ну, вот как бы... Ну, и то, кстати, изи-дроп очень хорошо выдерживает. Я хочу отметить вам. Сайт, то есть он не лагает особо. Ну, конечно, вот эти просядки, это понятно, еще и видос записываю. Ну, нет, ну какой блудспорт? Ладно, я хотя бы... Не, ну он еще и дешевый. Нам все, пацаны, да, дизмораль началась. Ладно, давайте, наверное, ну, потихонечку, помаленечку начнем забирать данные скины. То есть что-то вот подобное мы заберем. А на 6800 мы еще с вами обязательно что-нибудь подкрываем. Опять же, баланс я закидываю сам, никаких админов мне ничего не выдают. Просто забираем и спокойно выводим себе в инвентарь. Вы можете потом посмотреть после ролика и убедиться в этом сами. Но, а я попробую все-таки свой любимый кейс тайного открыть. Что у нас там, 1700, 1000, ну, минус это все-таки грустно. Но он небольшой вышел, к счастью. Так, 2500, 2700, 6. Ну, вот это уже хорошо на 2000 плюс. Я бы, в свою очередь, хотел бы вам предложить, ребят, сделать контракт сейчас и посмотреть, что он может выдать. Как я забираю скины и все это дело, я не буду показывать. На маке, ребят, это, ну, очень проблематично, поэтому я думаю, вы все знаете, что изи-дроп выдает, и нет смысла, типа, в этом сомневаться. Можете банально посмотреть прошлые ролики, где я всегда показывал вам вывод. 6000 превращается в 2400, но... Не знаю. Вот 4500 на балансе. Очень хотелось бы, наверное, ну, собрать что-то интересное отсюда, например. Ну, еще бы один ножичек, и будет хорошо. 2900.
Если это превратится в что-то интересное, то я буду максимально рад. А пока что, ребята, пробуем открывать. 1800, то есть, ну, мы теряем стабильно 1000, спасибо. Но, наверное, ребят, да, тот ножик это все-таки уже предел, как мне кажется. И пора на этом стопаться или нет. 300, 900, ну вот непонятно, честно скажу, тяжело сейчас понять, а купит ли он нам дальше, но... Короче, давайте так, мы сейчас просто на эти 2000 откроем один раз нож, потому что хочется что-то интересное выбить и как раз и проверим, будет ли что-то или нет. Но в любом случае, вам спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, он вам понравился. Мы сегодня купились 2.5 раза, ну и изи-дроп, как всегда, остается в своем репертуаре. Ну, ножик, конечно, мы сегодня не получили, а жаль, вот хотелось бы что-нибудь такое интересное от изика забрать. Ладно, давайте тогда просто уже добьем баланс. Откроем кейсик изи-тайна и спокойно так вот уйдем в небытие. Ну, хотя рентген, можно было бы его не продавать. Кто-то, кстати, ножик выбил после меня. Ну, вот так и знал, что вот... ну, тут разговор другой. И еще и в конце поток информации новенький забрать. В принципе, довольно-таки неплохо. Я думаю, ролик удался на все 250%, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А у микрофона был Бог. Увидимся. Пока-пока, пацаны.